правильно, да? Точнее, не очень эффективно. Мне сказать, часто использование борьбы берут двумя руками на одну ногу. Но в самбо это не очень эффективно, так как люди サンボではですね、モスクワとかロシアではこれは全く効果的でないと言われて絶対やりません。だから体幹が自由に動いて、よけられるし、コルプスのデコプラーは、例えばやると、いい。То же самое, не очень удачно вот такой захват, когда за ногу идут, а лучше, самый хороший вариант, это когда мы берем плотно плечо и ногу. И здесь вариантов много. Можно делать боковой переворот. А в шаг нужно делать с этой ноги. Потому что если мы делаем с этой ноги, партнер нас зацепит. Если партнер не туда, не туда не хочет.